Вот девятиэтажка, вот там, или восьми, или девятиэтажка, да, и вот эти 18. 17 апреля, День культурного наследия, Архнадзор провел серию прогулок по Новой Басманной улице. Их маршрут начинался на площади Красных Ворот и заканчивался у церкви святых Петра и Павла. В 1727 году умирает известный деятель Петровского времени, государственный военный и прежде всего дипломат. Звали его Борис Иванович Куракин. Поляков прямее соотносится с Казанским вокзалом, интерьеры там просто нарышкинские и барочные. У герба должны быть щиты-держатели, вот они, справа и слева. Они держат мантию горностаевая. Это не всякие мог себе позволить, но вот здесь у Куракиных есть. И горностаевая мантия завершена княжеской короной. Но в этот день всех, и экскурсантов, и экскурсоводов, объединила одна цель – чтобы на этом маршруте и в следующем году не появилось серое безликое здание, изображенное пока только у пикетчиков на плакатах. Давайте задумаемся над тем, какими должны быть и какими могут стать прогулки по Москве. От Куалко до Куалко? Или же от одного памятника истории до другого памятника? Мы требуем соблюдения законодательства и прописанных строительных регламентов в заповедной Москве. Когда мы стали писать письма, требовать остановить это строительство, мы сейчас получаем от официальных инстанций ответы, где царит практически сплошная ложь. В ответах на эти письма нас убеждают, что, во-первых, он не находится в зоне охраны. Это абсолютная ложь, потому что здесь зона регулируемой застройки, окруженная охранными зонами выдающихся памятников. Зона регулируемой застройки – это часть нашего законодательства по объектам культурного наследия.